Привет, дорогой зритель, подписчик и случайный зритель. И это, мать его, хейтер. Как сказать-то? Наблюдаете уже весь этот беспорядок больше 2 лет. Ну, кто-то, наверное, действительно больше. Картинка-то это одна картинка. Вот, что тут происходит у человека, который вот... У меня, в общем, вот, который это все делал, я же человек, я не робот, блядь, не киборг вам какой-то. Так же ем, сплю и на горшок хожу. Ладно, дело-то в таком, в интересном, то есть, сформулировать правильно-то не получается. В общем, нет настроения, нет хорошего. Мимолетной радости бывают, хорошего нет. Вот. Алкоголь не спасет, ну я ошибкой не увлекаюсь. Очень сильно не увлекаюсь, очень сильно не увлекаюсь. А что получается? Получается, ну вот третий сезон, третье лето, я работаю, у меня работа сезонная, получается, ну, доход, скажем, неплохой, не 30 тысяч в месяц, ну, и не 300, вот. Ну, ладно. И все, что остается, как бы весь профит от моего сезонного, от моей сезонной работы, он вот здесь. Здесь. Ну и экскаватор. Все уходит туда. А такой момент. Те 2 года, когда сезон, я к экскаватору не подходил, он стоял, все, я не распылялся. Тут осталось не так много, скажу, доделать, и все-таки надо. И работаешь, и приходишь, занимаешься с экскаватором, и как бы, ну там, я в гараж прихожу обычно к 9, ну до 8, до 9 вечера. То есть железяками тут со всеми, полулежа, и раком, и гаком, и как угодно, короче, вот. Да, занимаюсь своим, я про ощущения, то есть я никак там не жалуюсь там на свою жизнь, у меня все намного лучше, чем у среднестатистического, вот. И получается, это нету удовольствия от работы, от не сделанного. Сделано это, когда монетизировано уже, понимаете? Любой человек трудится, работает, делает какое-то что-то, блядь, за деньги. Просто 100% не так просто, что там вот, там, просто так, как бы, нет, это из мультика. Вот, тут мультики кончились, взрослая жизнь. И все, что я работаю, зарабатываю, я отношу в магазин, там где-то еще кому-то деньги я даю, покупаю какие-то запчасти, ну, не дешевые, какой-то там инструмент и все. Я, блядь, это все, блядь, несу в гараж. И вот это вот все настроение поднимает. Не когда ты приходишь, там, это все мое. Голова работает так, что, блядь, опять сейчас переодеваться в грязное, блядь, брать болгарку, там, все это, таскать, пилить, колоть. Ладно это все делать, надо еще придумать, что делать. Вот, и нужно еще не накосячить так, чтобы потом это все, блядь, не выбросить. Вот, а что я уже проходил, то есть я... Колес только одних, сколько у меня этих передних было, вон, блядь. Короче, ну, опыт такой. Куда с этим опытом деть, я не знаю. Просто не то, чтобы его передать, а его ни на что потом не поменять. Да, ты идешь по городу, блядь. Тут люди вокруг тебя, там, даже по Москве, ты понимаешь, что, ну, тут в какой-то сфере, там, ты просто, блядь, король, блядь. Но это нахуй никому не нужно. Просто никому. Сидят на кнопочке, нажимают в чистеньком. Бумажки там подписывают, все, им бабки, бац, все, они классно. Вот. А тут как бы не так. Все это по-другому. Я бы не смог сидеть, наверное, в офисе. Может быть, смог, но то есть я пошел другой дорогой. Сейчас нахожусь здесь. Среди грязи, техническая грязь. Вот.
И не видишь вот от основной работы, которая мне приносит доход, я не вижу блага. Блага только в железяках. Одежду, блядь, там, цепочку золотую, там, хорошую машину. Че, я не знаю, что-то еще, а что еще надо? Я не знаю, что еще надо. Шлюхи, блэкджек, блядь. Нету этого ничего, все несется сюда. То есть какая-то поступает какое-то финансирование. Все уже заранее выбрано, там, отмечено там, на маркетплейсах, там, на Авито, что тебе надо. То есть, как ребенок, там, мечтаешь, раз, вот. И на работу я хочу, не хочу ходить. Все. То есть есть работа, стоит. Именно стоит работа, ждет. Я настраиваюсь. То есть, блядь, какой-то капризный стал. Я понимаю, что я сейчас схожу, мне дадут этих денег. Этих денег опять мало, ни на что не хватит. Все, мне сейчас насос надо покупать, он же там нашел кое-какой. Блядь, он стоит там 70 тысяч, блядь, плюс переходник. Вот 80 тысяч на насос. Остальное вроде все есть. Вот осталось 80 тысяч только на насос. Но это на сегодняшний день, когда купится насос, блядь, надо будет еще туда что-нибудь. Масло надо будет. Это масло HLP стоит. Здесь бочки вот. Надо масло HVLP. Ну, либо МГЕ-46В. Там, на зиму 32-е там посмотрим. Вот. А бочка масла тоже стоит 50-130. И все, и эти музыки-то, то есть это для меня, это для любого, я в деревне живу, тут 30 тысяч населения, провинция, блядь, на Урале, на Среднем Урале. Это астрономические все суммы. И не спишь, вечером приходишь уставший, ага, так, это, думки, там, как трубочку какую-то сделать. Трубочку сделать, думаешь, целые сутки. Может быть, больше. Потом и делаешь, потом не получилось. Он, блядь, выкинул. Потом записал видео, я не могу как бы без этого. Вот, ну, скоро это закончится. Я думаю, что все-таки добрались до Ютуба. Вот. Ютуб помог многим людям заработать денег. На лохах, там, еще на какой-то хуйне, блядь. Очень много помог. Мне очень сильно помог найти новые знакомства. Общаемся. Вот. Очень много информации. Все, у меня к Ютубу вопросов нету. То есть, к данному видеохостингу, к остальному, блядь, вопросы. Ладно. А короче, что получается-то? Утром. 7 утра, 6 утра, глаза открываешь, можешь посреди ночи проснуться, и у тебя там, а надо там, блядь, вот сделать. Тебе надо отдыхать, ты не можешь абстрагироваться. И это уже проект, так скажу, всей жизни какой-то, именно всей жизни, вот всей жизни. Вот для меня это так. Может, кто-то дом строит, там, я строю на все деньги, еще раз говорю, на все деньги, просто экскаватор, вот. А, видос запишешь, там, все тебе, раз там, пихают, блядь, в уши. Это не так, сделай вот так, это не так. Есть свои ребята там на связи, все, кто-то напишет, да, тут там, вот. К чужому мнению я стал относиться, как бы, ну, наплевательски просто, иди нахуй, все. Кнопка есть, так, раз на комментарий нажимаешь, заблокировать, блядь. Блокируешь. Ни отзыва, ни человека больше этого, ну, вот, этого нет. Мы еще живем в такое время, где у нас аккаунт в соцсетях это собственность. Собственность, просто, понимаешь, собственность. То есть, это дом, собственность. Вот, просто, вот, люди, блядь, у меня есть аккаунт ВКонтакте, блядь, в Одноклассниках. Это моя собственность. Я личность здесь, блядь, в России личность, да. Кто ко мне там, блядь, заходил на страницу, вы что там, блядь, без приглашения? Кто там создался? Вот такая хуйня. Ну это ладно. Это данность, бытность, я не знаю, как это назвать. Вот, и
Да, тут научился не обращать внимания на чужое мнение, которое, ну, в принципе, оно ничем не аргументировано никак и не дружественное, и никак. Вообще просто никак. Просто люди из какой-то там... Они даже сами не знают, зачем они это пишут. Вот. Вот к этому к хейтерству я стал относиться спокойно. Это тоже меня научил YouTube. Вот. Более терпимее стал, может, с возрастом там, или с чем. Так, ну, что еще? Где-то вот РВД сейчас должны. Мне, может, позвонят, может, не позвонят. Вроде договорились на завтра. Сегодняшний день вот так вот завтра. И ходишь, блядь, из угла в угол. Когда он позвонит, блядь, когда он позвонит, когда позвонит. Позвонишь, да мне там на, короче, вот, много чего, охота, чтобы было своего, просто своего, вот здесь вот и все, вот, нахуй никому не на, ни с кем, блядь, общаться, с кем-то мозолиться, кого-то умолять, просить, я по основной работе постоянно умоляю, прошу, технику, материал, блядь, когда приедут работники эти гребаные, с ними, блядь, ну, а чё это, чё тут копать? Короче, я не хочу вот этим заниматься. Просто я все для этого постараюсь сделать. Ну, может быть, получится. Не хочу, просто не хочу. Ни с кем контактировать, никого, блядь. Блядь, выпрашиваешь, блядь, как у бабы, блядь. Ну, приехал на работу, работай, ну, занимайся. Ну, скажи, нет, я не буду делать. Или скажи конкретно, может быть, время... Ну, еще один такой момент, это может быть мне так кажется, вот, мне. Может на самом деле все не так, а с другой стороны мне не посмотреть, просто видите в чем дело. То есть, ну и у всех свои дела. Так что, короче, есть в этом все свои плюсы и свои минусы. И на самом деле такое весьма дурацкое увлечение, с одной стороны, а с другой стороны... Да, 3 года. Новый стоит 4,5 миллиона. По-моему, 4. О, 4. Больше 4 это точно. На базе, ну вот, на МТЗ. Это МТЗ 82 с балочником. Интердон. Не знаю, надо уточнить. Ну, допишу потом в комментариях. Может, кто-то более 4 миллионов стоит. Да, тут 3 года. Так, 3 года. Пусть округлим 3 года. Даже 2,5 я там не занимался. Сколько там вложено, может быть, в общей массе 1,5 миллиона. Ну, это еще со старыми какими-то там деньгами. Ну, полторашка, наверное, точно есть. Ну, вот выхлоп. И это получается-то, все косяки заводские, практически все косяки как бы заводские убраны. Вот, я думаю, ну, как бы, стоящее того, но только он поедет, начнет радовать доход, независимость, понимаете, вот, для меня, блядь, важна независимость. Сел, поехал работать, как бы, тут еще кое-что соображение есть. И тогда начнутся, я думаю, радости жизни, но к этому нужно идти, стремиться и прочее. Где-то стиснув зубы, что-то радует, где-то видишь своих. Съездил на море в этом году, отдохнул, Андрюха, тебе привет. Паша, привет, там, кого видел, своих ребят. Кто меня может смотреть, как бы. Вот. Немножко развеялся, как бы вернулся. Чуть-чуть осталось дожать. Вот сейчас вот пишет как раз человек, который должен опрессовать рукава. Буду смотреть скорость. Подъема стрелы, ковш, рукоять, все совмещать, там уже все готово, в принципе, подцепить замок, ну, как бы тут фитинг, что-то все есть, на каретке замок, и можно уже ехать пробовать покопать. А, передний мост еще надо затянуть, там эти, такие скобочки есть на этих, на полупальцах, вот. Ну, а так, вся эта лавочка скоро прикроется. Не увеличивает. Вот. Как повар делал трактор, останется. Останется. Останется где? Я не знаю где. Никакой ВК. Не хочу заводить. Инстаграм, как он работает, я не знаю. У меня он есть, но я не знаю, как работает. И потом еще что-то там.
какие-то рутюбы, которые не имеют своих серверов, блядь, это просто сайт. Они куда-то выгружают на левак. То есть эти закроются и закроются там. Все, хуй знает, что происходит, короче, в этой стране. Вот, по обстоятельствам. Еще говорят, ты что, Антоха, давай доделывай уже там на бабки зарабатывать. Ну, бабки я зарабатываю, у меня на еду-то есть, я не умираю с голода. Я говорю, у меня все неплохо. Вот, будут бабки, блядь, я боюсь просто, если у меня будут деньги, на самом деле. Что будет дальше, мне просто страшно. И не очень-то охота развиваться здесь, вообще, на самом деле. Потому что ко всем развитым, блядь, приходят, блядь, и отнимают. Вот. Я не хочу. Просто не хочу здесь развиваться. Будут бабки, будем развиваться, может быть, и в другой стране. Видите, в чем дело. Не знаю, как получится. Так что, всем привет. Как повар делал трактор, увековечим мерч. У меня даже футболочка есть, и не одна. Вот такая. О. А так нормально, он уже в отражении. Так что вот, не теряемся, кому интересно, кому связь, как бы где-то есть, где-то все равно будем. Телеграм-канал есть, как повар делал трактор. Можно найти, поискать, кому интересно. Там я что-то дублирую, что-то не выкладываю, выкладываю то, что там мне может быть нравится, там песенку какую-нибудь там. Так, подкидываю маленько. Ну, в принципе, все. Вот. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, не сильно матерился. Вот, вам было интересно. Все, пока.